Беларуси планируют посадить 650 тысяч ранних яровых культур. Семенами, удобрениями и техникой обеспечены все хозяйства. Наиболее высокий темп сева в Могилевской и Гомельской областях. Аграрии северного региона ждут старта весенне-полевых работ. Всего зерновой клин 265 тысяч гектаров. Около 60% площадей озимые. Могилевская область за 2022 произвела импортозамещающей продукции на 8 миллионов долларов больше, чем запланировано. В регионе свыше 30% валового внутреннего продукта формируют промышленные предприятия, которые переориентировались и развивают новые направления. Социально ориентированная экономика была и остается фундаментом белорусской государственности. Ночью на Кутузово произошел пожар. Спасатели вызвали очевидца. Из-за высокой температуры и плотного задымления проход в дом был затруднен. Внутри без признаков жизни сотрудники МЧС обнаружили 56-летнего хозяина. Известно, что мужчина нигде не работал. В городе продолжается ремонт дорог. Первая в списке – Октябрьская, Пролетарская и Гагарина. Уже фрезеруют покрытие. Чуть позже начнутся работы в переулке Бахарова и на улице Шевченко – от Черняховского до Крылова. Автомобилистов призывают отнестись к временным неудобствам с пониманием. Не парковать машины у обочин, чтобы не мешать спецтехнике. В Бобруйске 8 апреля пройдет городской субботник. Его организуют в рамках месячника по благоустройству, который продлится до 27 апреля. За это время чище станут улицы, дворы, скверы, парки, промышленные зоны. Особое внимание уделят мемориальным комплексам, местам боевой и воинской славы. Присоединиться к движению может любой желающий. Инвентарь предоставит ЖЭУ по месту жительства.